общем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я проучу одного китка из моего дискорда. Я ему сказал то, что я его прокачаю, но я, ребята, зайду на его аккаунт, я продам весь его инвентарь, и только если он извинится перед всеми теми, кого он обманул, и пообещает, что больше так делать не будет, только тогда я его прокачаю по-нормальному. Поэтому, ребята, это видео будет максимально трешовое, максимально крутое. Обязательно прожмите огромный лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Полетели. Короче, ребята, я уже зашел на аккаунт этого китка, и прямо сейчас я ему позвоню в дискорде, и вот тут-то будет самое интересное, потому что он думает то, что это прокачки инвентаря, но я не прокачиваю китков, я их наказываю, ха-ха, ну что же, погнали ему набирать. 5 minutes later. Алло, алло, Дима, приветик. Алло, здорово. Димон, включай вебочку, че нам по вебке, родной, давай. А я уже включил. Давай. А, вижу. Короче, Дим, смотри, ты попал в прокачки инвентаря, потому что ты нуждаешься в голде. Я прав? Да, мне нужно. А, Дим, а что у тебя с камерой? В смысле, чё, я посрать пошел? В смысле? То есть я тебя прокачиваю, а ты пошел как уличка пускать или как? Конечно, брат. Дим, а чё это у тебя за ник-то такой? Да, в два раза больше голды. Подозрительно, а? Я вообще-то... делаю прокачки людям. А, подожди, то есть ты делаешь людям прокачки, но при этом ты сам попросился ко мне в прокачку инвентаря, или как? Получается так. Слушай, Дим, если ты такой крутой, а почему я вообще должен тебя прокачивать? Ну ты богатый, у тебя много голды, у тебя керамбит гол, почти а, что понял. Есть ВМ Treasure Hunter. Не, брат, хорошо, понял. Все есть. Давай посмотрим твой инвентарь. Ты же нуждаешься в прокачке, я прав? Ну да. Так? Конечно, мне нужна прокачка большая. Чего? У тебя нож, бабочка, легаси есть! И ты нуждаешься в прокачке? Ну да, мне нужно много скинов, очень много. ВМ Treasure Hunter. А зачем тебе все это надо, братан? Твое собачье дело, мне надо, значит надо. Ты че, Димасик? Ты на меня батон крошишь? На меня? Да, на тебя, на вот такого мулеписечка. Все, понял, брат, понял. Хорошо, Димасик, все. Ну хорошо, не, ну я с тобой спорить не буду. Давай посмотрим твои личные сообщения. Так, давай посмотрим. А что это? Дай мне 100 голды, я дам 20 тысяч голды? Да. Подожди, ты не кидок случайно, а? Может, хочешь кое-чем признаться? Не-не-не-не-не, я не кидок. Ну то есть отвечаешь, брат, на китка, то что ты не кидок, правильно? Отвечаю на китка, брат, нет, я нет. Давай посмотрим дальше, что ты тут пишешь? Дай мне 100 голды, там 200 голды, что это? Выйди с моих сообщений, не читай их вообще. Тебе кто разрешил заходить в мои сообщения? Не, просто понимаешь, просто тут подозрительно. Ты всем предлагаешь дать в два раза больше голды. У тебя ник, даю в два раза больше голды, но при этом ты просишься ко мне в прокачку, братан. Подозрительно, не? Если я просился в прокачку, значит мне надо было. Мне нужно много скинов. Понял, хорошо. Понял, дорогой. Понял. Так, ну что же, я понимаю, ты сильно хочешь прокачки инвентаря, правильно? Да очень сильно хочу. О, слушай, а можно один боксик открыть? Ну, если ты не против. Не трожь, тварь, не трожь, нельзя. А, ты решил меня позвать? Нельзя. Ты решил меня позвать? А зачем ты меня позвал? Зачем? Тварь. Ты что делаешь? А, ты дальше обзываешь? Боксы. Я буду открывать, пока ты не перестанешь обзываться. Пока ты не перестанешь обзываться, я буду открывать. Ну? Дим, братан, все нормально? Дим. Тварь, Дима, тварь. Все нормально? Ну ты, конечно, и зараза. Животный. Слушай, у тебя же еще есть кейсичек. А он же стоит целых 100 голды. Если животное недоделано, не открывай этот кейс. Фейбл кейс это самый лучший кейс. А если я открою, что ты сделаешь? Я к тебе приеду в Полтаву и разобью тебе лицо. А, вот так! Приезжай! Приезжай! Я тебя буду ждать. Опа! 100 голды потратили. Тебе все равно не повезло, он из кибер выпался трек. Хорошо. А знаешь, почему я все это делаю? Ты меня не хочешь кое-чем признаться? Не хочешь? Нет, я не хочу тебе ничего. Хорошо. Пока не признаешься, я буду открывать по одному боксику. Нет, не открывай их. Подожди. Ты хоть раз в жизни кого-то обманывал? Ну так и честно скажи. Нет, никого не обманывал. Не, я открываю еще один, признайся. Подумай хорошо. Ты кого-то хоть раз в жизни обманывал?
Вообще. Давай так, давай, скажи, Дим, посмотри на меня. Вот так. Хоть раз кого-то обманывал на голду. Ну честно скажи. Ну было иногда 2 года назад, 35 голды заскамил. Ага. И все, да? И все. Да. Хорошо, Дима. Значит, ты мне больше ничего сказать не хочешь, да? Посмотри. Как тебе эта легендарочка, красивая? Не продавай ее. Мой папа полковник. Полиция. Он тебя найдет. Не продавай. Нет. До свидания. А ты же никого не обманывал, правильно? Ты же никого не обманывал. Это Кент ПК такой неадекватный, да, ютубер? Это я, твой сумасшедший! Это... Хорошо, 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 хорошо. Ты вообще никого никогда же не обманывал, правильно? Это Кент ПК. Я никого не обманывал. Хорошо, хорошо, хорошо. Продал. Ты мой же... папа тебя найдет. Хорошо, хорошо. Ты же никого не обманывал. Ты же нет. Никого не обманывал. Нет, ты же ладно. Никого не обманывал. Ладно, 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 ладно. И я обманул. Я подписчика обманул. Сколько? Говори, сколько? Признайся. Максимально было 3. 3 человека обманул? Подожди, Дима, человек. Дима, стой. Брат, во-первых, не плачь. Дим. Во-вторых, я тебе хочу сказать. Так. Как ты думаешь, тем людям, которых ты обманывал, им было приятно? Они испытывали то же самое, что и ты сейчас, ты понимаешь? Ты 3 людей обманул, моих подписчиков, в моем дискорд-канале по ссылке в описании. Ты их всех взял и обманул. Это нормально, по-твоему? Я понимаю, я их не хотел обманывать. Но меня тоже они плакали, обманывали. Они мне голосовые отправляли и говорили, что этот парень в моем дискорде всех обманывает. Они плакали мне. Тебе не стыдно? Они меня все тоже обманывали, и я решил им просто отомстить. А, хорошо, я понял. То есть ты ничего не понял, все, я продаю. Продаю ладно, за 0.03, ладно, да? Ладно, ладно, нет. Они меня не скамили, не обманывали. Прошу, не надо их продавать. То есть ты их обманул просто так? Да, больше так не буду делать, Якидок. Извини. Честно. А ты искренне это говоришь? Клянусь. Искренне? Искренне, слово мужика. Ты обещаешь? Слово мужика даю. Ты обещаешь, что ты никогда в жизни никого обманывать не будешь? Обещаю, никогда в жизни больше никого не буду обманывать, клянусь. Я такой человек, то что если человек искренне раскаялся, я вижу по тебе, по твоим глазам, я вижу то, что ты искренне все это сказал. Так уж и быть, Дима. Я сделаю тебе нормальную прокачку инвентаря, но при одном условии, то что ты прямо сейчас, при всех на видео скажешь, я больше никогда никого обманывать не буду. Уважаемые подписчики Кентапока, я больше никого... Абсолютно никого не буду скамить, обманывать и делать либо кому-то прокачки и их обманывать. Обещаю. Искренне. Просто мужик! Красава, Дима, просто мужик, уважение. 5 minutes later. Ну что же, Димасик! И знаешь, сколько у тебя голды на счету? 1200 голды, братик! Поздравляю! Потому что прямо сейчас я тебя реально прокачаю, потому что ты изменился и перестал быть китком. Ну что, Дим, какие кейсики выбираем? Говори. Дим, я вообще не пойму, ты рад или не рад? Чё тебе по выражению лица, нет, брат? Нет, чё нет. Лицо как камень, дорогой ты мой? Ты только что мог получить бан. А сейчас ты, брат, сейчас ты уже прокачки на тряу кента. Ну чё, Дим, давай, говори любое заклинание, и я открываю Rival кейсик, давай. Махалай, кейс, Rival, выпадай. Поехали! Ой-ой-ой. А что, ты хотел бы, чтобы тебе какой-то ножичек выпал? О, легендарочка, братан! Поздравляю! Ого. С первого кейса легендарка. Смотри, да, это только начало. Сейчас я тебе ловлю перчаточки. Ну что, брат, хочешь перчатки, панк? Честно скажи. Честно, очень хочу, панк. Хорошо, брат, ради тебя я их выбью. Панк, выпадайте. Брат, сейчас будет панк, смотри. Ой-ой-ой. Ну, ладно, ладно, брат. Ну, не фартануло, не фартануло, родной, не фартануло. Правильно, бывает же, ну не всегда же вести. Слушай, а может мы фейбл кейсчик откроем, да? На что будешь сделать? Говори. Давай, Легаси. Дальше и на Легаси сделали. Starfall. Starfall сделали, да? Было бы прикольно, если бы тебе еще выпали все 3 ножа, которых у тебя нет. Так, тебе выпадает. Тебе выпадает USP-писец. Ну, зашибись. Так, ну что, Дим, если ты не против, я сейчас скажу моё волшебное заклинание. Диманимус, не киданимус, никого не мус, никогда не мус. Поехали! Давай. Ну что, Дим, как тебе? Каково тебе быть честным игроком? Каково тебе быть? Это лучше, чем быть хитком? Че скажешь? Честно, это прям... Ну, легко. Ты легко? На душе стало легко. Спать уже не страшно ночью, скажи? Спать не страшно. А до этого было страшно, вдруг вычислили, вдруг полицию заявление напишут, правильно? Да, очень было страшно спать, я думал, я с ума сойду. Че, серьезно? Ну, получается так. Не, подожди, Дим, я не помню, что тут действительно хорошее настроение.
Давай так. Скажи еще раз. Дима, Никидок, я открываю. Давай, говори. Дима, Никидок, я открываю. Дима, Никидок. Давай, Дим. Вот сейчас мы узнаем по кейсу, ты Никидок или Никидок. Легендарный кейс. Кейс, ты поверил? Это... Давай еще раз говори, Дима, Никидок. Дима, Никидок. Хорош, Дим. Давай, давай, поехали, поехали. Димусик, Димулечка. Ой-ой-ой, что же тебе падает? Desert Eagle Ace. Дим, ну я понимаю, ты хотел что-то получше, да? Давай еще вот чисто открою по-пацански. Просто смотри. Закрываем глаза, закрывай глаза. Ты и я. Закрываем. И давай вместе. Флорал, флорал, флорал. Давай вместе. Флорал, 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 флорал. Открываем. Desert Eagle Dragon Glass. Ну, братан, ну тоже не поганька. Хэштег неплохо, хэштег удачи, хэштег неплохо, Дима, справимся. Неплохо. Дима, братан, слушай, если мы прямо сейчас выбьем тебе нож, то знаешь что? Что? Ты этот нож отдашь всем тем, кого ты обманул. Согласен? Окей, без проблем. Слушай, Дима, ну ты мне нравишься. Ты мне реально уже нравишься. Ой, правда, с импаркейса нож не упадает. Так, тебе выпала эмочка Китсуна. Ну что ему сказать, дорогой ты мой. Ну хэштег не поганенько, хэштег неплохо. Не погано, не погано. Так, брат, у нас осталось 4 кейса. Выбирай, какой мы откроем прямо сейчас. То есть один Empire, 2 Fable и один Rival. Давай. Первый Fable. Давай, первый Fable. Дим, давай прямо сейчас просто поднимем с тобой кулачки. Подним кулачки. И давай просто хэштег удачи. Хэштег удачи, не пускай хэштег кулачки. Удача, хэштег удача. Удача, удача, удача. И Диме выпадает G22 Starfall. Ну такой себе, ну такой себе. Так, ну что, Дима, осталось два ластовых последних кейсика. Ты понимаешь, прямо сейчас надо максимально собраться. Короче, Дима, смотри, я сейчас тебе покажу секретный буст, с которого тебе выпадет аркана. Ты готов? То есть смотри. Флорал. Крутим ровно, Дим, 5 раз прокрутили. После этого Авен Гиннес проворачиваем 1 раз. И теперь говорим волшебное заклинание Дима Никиданимус. Повторяй. Дима Никиданимус. И открываем. И сейчас будет аркана. Ты думаешь, он не работает? Ты думаешь, он не работает? Блин, походу реально не работает. Так, ну что, осталось последних две попыточки. Дим, ну надо собраться, надо. Фейбл кейсик, я прям сейчас сделаю бустецкий на легаси. Обратно же проворачивай, сколько раз его провернуть, говори. Давай 10. Ого, давай, да, проворачивай, все. По-любому повернул 10 раз. Теперь открываем, просто открываем и держим кулачки. Ой, легаси! Как же рядышком, ну ничего страшного, посимлично, тоже неплохо. Ну что же, остался последний импар кейсик, последняя надежда, понимаешь? Обычно мне всегда в таких моментах везет. Дим, давай прямо сейчас, вот представь, что импар кейс это твоя девушка, и от нее зависит твоя судьба. Попроси ее, попроси, чтобы она тебе дала тебе перчатку. Давай, брат. Пожалуйста, выпади мне перчатки. Empire Case, мою любимую, расцелую. Хорош, давай, Дим. 3, 2, 1, поехали! Дима, если ты справился искренне, сейчас выпадет аркана. О, рарка выпала! Как был китком, так и остался. Да ладно, Дим, я шучу. Ну что же, Дим, в принципе, ты доволен такой прокачкой инвентаря? Или надо еще одну? Я очень доволен. Даже если аркана не выпала, я очень доволен. Ну что ж, мои же подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Если у тебя получить вот этот вот нож бабочку Легаси совершенно бесплатно, я говорю сразу, это не Легаси Димы, это моя Легаси личная. И чтобы ее получить, вам надо прямо сейчас по ссылочке в описании перейти ко мне в телегу и подписаться на мой телеграм-канал. Прямо сейчас, быстро перешли, Легаси на халяву, бесплатно отдам кому-то из вас. Все, ребята, также подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайкосик. С вами был ваш Кентуха, всех обнял, приподнял. Всем пока!